Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева, и это универсальный формат на телеканале «Самара ГИС». Всех приветствуем, хорошего настроения желаем, и, конечно же, желаем присоединяться к нам, к нашей приятной компании. Звоните 202-1122, сегодня будет много интересных гостей, много новостей, много приглашений на всевозможные мероприятия, которые уже грядут в эти выходные, субботу и воскресенье. Если вы еще не знаете, чем себя занять, а самое главное, не знаете, что же купить своим родным, близким, дорогим и любимым людям, или куда отправиться с ребенком. Друзья, сегодня все карты раскроем. Ну, а пока хочу сказать, что сегодня мы разыгрываем также пригласительные билеты в кино, в киномечту. Совсем скоро появится фото-вопрос. Ну и, конечно же, может быть, кто-то нам сегодня решит задать такое хорошее новогоднее настроение. Таких мы людей тоже в эфире любим. Чего-нибудь такого новогоднего, если сообразите, звоните. У нас еще есть призы. Это сертификат на посещение студии красоты, замечательного кабинета красоты Татьяны Храмовой. Дерзайте, друзья, новогоднее настроение от вас ждем в прямом эфире. Ну, а для того, чтобы понять тему нашей первой части этого замечательного нашего эфира, давайте немного посмотрим небольшой ролик, потом вернемся в студию, буду с удовольствием представлять вам наших сегодняшних гостей. Если вы еще думаете, как я сказала в начале нашего эфира, где же купить подарочков, где познакомиться с лучшими дизайнерами Самары и не только, милости просим, музей Алабина 19-20 декабря на Мой Маркет. Самарская выставка, выставка, ярмарка, продажа, рынок, называйте как хотите, тем не менее от этого смысл не меняется. С нами сегодня здесь люди, которые этот самый маркет и организовывают. Организатор маркета Игорь Кузнецов. Добрый день. Добрый день. С нами здесь дизайнер бренда Байт Туганова, Саша Демидова. Саша, здравствуй. И волонтеры проекта, волонтеры маркета Соня Горбачева и Рита Феденкова. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Игорь, ну, в который раз привозишь ты из далекого-далека к нам сюда вот этот замечательный проект. Расскажи немножечко о нем нашим зрителям. Ну, с Самарой мы работаем уже 3 года вообще, то есть он такой уже достаточно основательный проект. Очень много чего мы привозили. Игорь не местный. Именитых брендов, да. Я сам из Екатеринбурга, и у меня раньше были командировки по прошлой работе. Очень понравился город и решил, что здесь не хватает только нашего фестиваля, чтобы было вообще шикарно. Ну, откуда вообще пошло вот это «Мой маркет», «Мой decision market» и так далее? Ну, у нас есть группа людей, которые организуют такие, мы на себя, городские предприниматели, как сейчас задала моду «Вектор», есть такая онлайн-школа. Задала моду на название «Городские предприниматели». Мы именно создаем разные проекты, среду такую, которой творческая реализация идет большая. То есть это и хостелы, которые сотрудничают с музыкантами, привозы делают различные, это фестивали. Сейчас мы открыли магазин для российских дизайнеров. То есть мы хотим развивать творческую среду от и до. И первый наш инструмент, и самый сильный сейчас, самый масштабный и самый узнаваемый, это, конечно, Мой Дизайн Маркет. Он собирает дизайнеров со всей России, то есть очень много приезжает из Москвы, из Питера, из Челябинска, Уфа, Екатеринбург. Мы стараемся как можно сильнее увеличивать географию. Каждый раз мы стараемся привести какой-то
новый актуальный бренд. Например, вот на прошлый Новый год в Самару мы привозили бренд «Пиросмани». Это такой арт-дизайнер Женя Малыгина. На, ну, я бы не назвал это носибельными вещами. Это очень интересные вещи, созданные, ну, не знаю, как она все это придумала. Это очень необычные, там вещи буквально разваливаются, пока ты их носишь, но когда ты смотришь на них, они разваливаются не от того, что они плохо сделаны, а там такие материалы, они уже как-то особо обработаны, у них там вот так вот ты берешь, можно там оторвать кусок. Она нормально к этому относится, это ее стиль. Очень оторвала с одного места, прикрепила к другому месту. Ее хорошо знает Европа, хорошо знает Россия. В этот раз мы взяли такой более массовый бренд, это... Бренд «Ипсилон», который создала шеф-редактор журнала «Нюмеро», есть такой известный. А, нет, не шеф-редактор, простите, фоторедактор Юлия Громова. Классные вещи. Есть у нас фотографии этого бренда, давайте посмотрим. Почему ты думаешь, что в Самаре они понравятся, приживутся и купятся? Ну, потому что это очень носибельные и очень красивые вещи. Вот если сейчас все смотрят телевизор, то, мне кажется, у нас должна быть очередь. Классные вещи, отличное качество. Девочки ездят, закупаются тканями в Италию, но закупают такими объемами ткань, что по цене у них выходит как мосмаркеты. То есть это соизмеримо с теми же Зарами, а при этом, ну, и качество, и все-таки это не столь тиражируемая продукция. Ну, вот ты интереснее. По роду своей деятельности очень много общаешься с разными, не самарскими, не только дизайнерами, молодыми. Ну, вот что ими движется? Многие ведь сделали так вот что-то, какую-то коллекцию выпустили, разочаровались в жизни, закрылись. Ну, вот тут приходим мы. Мы стараемся найти дизайнеров талантливых. Я вот, например, недавно с Машей познакомился, не вспомню сейчас фамилию, из Челябинска. Шьет очень хорошие вещи, но когда я ее начал приглашать, то есть случайно, я во все города пишу знакомым, говорю, есть какие-нибудь там новые, может, вы откуда-то узнали, потому что, ну, очень сложно отслеживать. Многие еще не участвовали никогда в фестивалях там. Нашли девочку, она говорит, у меня пока нету, я не готова участвовать. Но видно, что, ну, потенциал у нее будет есть. Хороший бренд, да, у нее будет хороший потенциал. Прямо отсматриваем обязательно ее в ближайшее время, то есть там на следующее или через мероприятие, как только у нее будет хорошая партия, чтобы приехать и себя презентовать, мы ее привезем. А, плюс у нас есть магазины, которые помогают выходить на рынок. То есть когда дизайнер только вышел, у него нет выхода, нету доверия к нему, нету доверия к качеству. А когда проходит маркет, это возможность познакомиться с брендом и бренду получить обратную связь. То есть большая проходимость, люди пришли, они сказали, чего они хотят. Если им что-то не нравится, они тоже об этом тут же сообщают. У нас никто уже давно не стесняется в выражениях. Вот. И дизайнеры растут, и это видно. То есть мы отслеживаем изменения за 3 года. Многие делают то, что, то, с чего начали, а многие прямо растут. Видно, что люди хотят развиваться, хотят чего-то большего. Саша, вот, да, я хотела стрелки, как говорится, будь добры, покажите нам Сашу. Хотела на нее перевести, потому что пару, так сказать, маркетов назад Саша выходила на прилавок, так скажем, за свой, только с бабочками. Да. Но за эти годы что-то произошло. Спустя времени я изначально начала заниматься бабочками и развивалась в этом. Сейчас у меня уже есть клиентура, которая обращается именно по бабочкам. Мы тоже все клиенты. Всем нравится, улучшается качество, развитие тканей, также итальянские ткани. Как это говорится, молодой дизайнер — это молодой дизайнер. У него нету такого пакета денег, возможностей поехать там в Италию, закупиться тканей, приехать, отшить огромную коллекцию. Сделать там показ. Смотрите все, я крутой дизайнер, все покупайте мои вещи. Все начинается постепенно. Сначала я шила дома, на заказы, нарабатывала свою клиентскую базу, потом начала шить бабочки. С помощью этого заявила о себе, как о дизайнере, который конструирует, там, гармонирует ткани, сочетает. Сейчас я уже имею шоурум, магазин с моим партнером Катей. Тоже она занимается шапочками очень креативными. Нашли друг друга. Да, мы нашли друг друга. Ну, как-то вот у нас получилось вместе все это сделать. Вот. И с помощью Игоря, я очень благодарна человеку, который взял на себя эту ответственность организовывать ярмарки такого масштаба, который собирает очень много талантливых дизайнеров с разных городов. Это очень важно дизайнеру молодому реализоваться, место, площадку, чтобы прийти, заявить о себе, показать. Потому что зачастую, как бы, я не сразу открыла магазин, не сразу открыла ателье. Страшно, конечно. Страшно. Вдруг не поймут, вдруг не прочувствуют тебя. Да, тут вот с помощью игры, спасибо, что мы можем
приходить, показывать. Ну вот ты варишься в этой каше в течение маркета двух, там, например, дней. Ты смотришь, как вообще? Торговля идет бойко или народ боится пока до сих пор? Люди, которые ходят на мой маркет, они знают, куда они идут. Ну, это креативные хорошо. Люди, это люди, которые есть стиль, они идут туда определенно покупать креативные, интересные вещи, которые не носят все. То есть купить, потому что там можно купить одну вещь, которая в единственном экземпляре, в одном размере. Это очень важно для человека, который имеет свой стиль и не хочет одеваться, как все. За эти два дня я проживаю эту жизнь, это реально жизнь два дня, потому что мы все там вместе, у нас там... как фудкорт, там красиво, все это вкусно, потом большая площадка, идет музыка, диджей, ведущий, да. То есть это общение с дизайнерами, очень большое знакомство с разными городами, с другими дизайнерами, сотрудничество также можно, ну, как бы обсудить. Обмен премудростями, да, обмен и прекрасностями, вот, да, мне кажется, это, наверное, да, по-другому и не назовешь. Вдохновение очень. То есть ты уже готова и чего-то прям приготовила для всех? Конечно, у меня много чего интересного. Ага, то есть да, в эти выходные можно будет прийти, да, и примерить. Девочки, готовьтесь к Новому году. В конце концов, нужно и можно как-то себя порадовать и что-то купить. Вопрос мой, дорогие зрители, сейчас адресован вам. Загадаем для вас такой интересный фильм. Старенький, но тоже с рыночными отношениями. На фото мы сейчас увидим, что за фильм. Если угадали, звоните 202-11-22. Хочу обратиться к нашим девочкам. Соня и Рита — волонтеры. Как вы таковыми стали и сколько маркетов у вас за плечами? Соня, давай с тебя начнем. Ну, я попала на маркет чисто случайно. Увидела, ну, маркетов 5 назад. Афишу ВКонтакте. Once upon a time, там, когда, давным-давно. Давным-давно позвала маму, говорю: мама, тут такое интересное мероприятие, пошли. Ну, она не очень любит людные места, ну, пошли, сходим. Ну, сходили, я вдохновилась, зарядилась энергией, увидела, как это интересно. Нет, тогда нет, мы только пофотографировались в фотобудке и ушли довольные, а поели еще, да. Вот. Ну, мне очень понравилось, я вдохновилась, мне стало интересно, как это все организовывается, как это делается изнутри, кто эти, все эти люди. Кто это, что это? И тогда я узнала, что есть группа волонтеров, ну, я догадывалась, которые помогают и говорят, все делать. Написала Ульяне, она мне долго не отвечала почему-то, вот, но вот я им писала несколько раз, и в итоге стала волонтером. Ну, ты не жалеешь. Нет, я не жалею. С модной брошкой деревянной. Да, ваф-ваф. Вот так вот. У тебя, Рит, как было? Ну, для меня это второй маркет. Я новенькая. То есть не 5 маркетов назад. Ты не ветеран маркета. Так. Первый был этим летом, в конце лета. Я также увидела объявление о том, что набирают волонтеров, написала и попала в команду. А что ты там делаешь? Я отвечаю за печатную продукцию. Заказываю всякие штуки, листовки, вот это все. А гид-плакаты всякие, да, то есть раздаешь так далее. Заказы, закупки, все через Риту. И соцсети, Рита тоже. Молодец! У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Наташа. Наташа, очень приятно. Наташа, вы модница, признавайтесь. Ой, хотелось бы быть. А что, мне кажется, каждая девушка... Приходите к нам, мы поможем. А есть ли какая-то вот вещь, которую вы купили в этом году и прям, ну, очень вам нравится? Вам, вы чувствуете себя... Да, оригинальная шапочка. Кстати, мне очень понравились фасончики. Вот. Конечно, не такую красивую, но думаю, что она оригинальная у меня. То есть вы модничаете на серых таких вот улицах Самары, получается, так? Выделяетесь, она яркая. Ну, немножко фасон интересный. Ага. Да. Ну, интересно тогда, угадали ли вы наш сегодняшний фильм, который мы сгадали? Думаю, что это операция. А если так вот покопаться у этой операции, и все тоже непросто, по новеллам, по каким-то частям, не вспомните, как называется? Ой-ой-ой, нет, наверное. Наверное, нет? Ну ладно, мы оставим этот вопрос нашему следующему зрителю, но вам отдаем наш приз, билеты в кино. Спасибо, что позвонили. Если кто нам новеллу назовет, что же, как же это все звалось, именовалось, мы вам дадим еще один приз, так что дерзайте, друзья, все знатоки кино, присоединяйтесь. Ну, Игорь, если коротко, что в этом году ждет всех тех, кто, как говорится, подкопил денег к Новому году и решил что-то себе и близким своим подкупить?
Да, но в этом году, так как Новый год на носу и тема новогодняя... Очень на носу. Мы подготовили, естественно, зоны с упаковкой подарков. Вообще много будет чего купить подарков. У нас будут различные кондитерские заведения, потому что Новый год — это все-таки вкусности. То есть это не то, что пойти и там плова отведать, хотя плова тоже хорошо, а хочется вот чего-то сладенького, вкусненького. И вот у нас встает один десерт-бар очень хороший, который передал вам вот подарочек такой небольшой. О, я люблю сладости, спасибо. Вот, и, ну и много других еды. Плюс подарки, плюс новогодняя атмосфера шикарная. Очень много нарядов новогодних. Особенно для девушек просто платье на любой вкус, в которых можно выйти на новогодний вечер и быть просто королевой. Это все у нас будет. Мне это очень надо. Я обязательно что-нибудь присмотрю. Мастер-классы будут какие-то? Мастер-классы будут, но я их разглашать пока не могу. Скоро будет анонс, и тогда только мы узнаем правду. Я честно скажу, просто над программой сейчас работают мои партнеры полностью, а я прилетел только вот сейчас, в 5 утра, и поэтому... Включайся, Игорь, включайся. Да. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Евгений. Очень приятно, Евгений. Давайте мы вам тоже этот вопрос зададим. Модничаете ли вы, Евгений? Модник ли? То конечно. Есть ли у вас бабочка, например? Бабочка нет, но зато моя рубашка одна. Чего стоит? Что у вас за рубашка? Очень классная рубашка. Какого? Синего? А? Синего цвета? Простите? Какого цвета? Синего. А, ну вот, я практически угадала, да. Скажите, пожалуйста, а вот чтобы быть модным мужчине, что нужно обязательно иметь в гардеробе? Галстук. Так. Ну, знаете, не по поводу гардероба, быть гладко выбритым, всегда так. Причесанным, стриженным по последней моде. Так. И чтобы ее ботинки были всегда вычищены. Так. Потому что, как сказано в одном из фильмов, мужчин терпеть, женщины могут грязные обуви. Это Москва слезам не верит, конечно. Вы молодец, вы подготовились. Ну, так вы нам новеллу-то назовете? Да, я назову. Значит, это был фильм «Операция и другие приключения Шурика». Он был снят Леонидом Гайдаем в 1965 году. Я, кстати, очень много знаю про этот фильм. Он в свое время получил вторую категорию. Потом зрители кидали мешками писем, и ему дали первую категорию. Так. А новелла-то как называется? А сама новелла так называется «Операция и...» Так. Точно? Да, операции. Потому что там три новеллы. Одна называется «Наваждение», «Напарник» и «Операция Ры». Ну вы прям вообще киноман, кинознаток. У нас регулярно в Самаре проходят всякие битвы по кино каким-то трекам, киномозгобойням и так далее. Вам нужно туда обязательно, если вы такой знаток. Спасибо большое. Вам достается приз для вас или для вашей прекрасной барышни, подруги, сертификат на посещение кабинета красоты Татьяны Храмовой. Игорь, давай теперь, наверное, всех приглашай честными глазами, глядя туда, в камеру напротив. Что люди могут где увидеть? О, дорогие телезрители! Это прям новогоднее обращение президента. 19-20 числа я очень жду вас в музее Алабина. Потому что провести хорошо предновогодние дни, которых остается не так много, оставив детей у нас в детской зоне и пойти себе все померить, это очень важно. И поесть. И поесть, и отдохнуть, и чему-то научиться. Это вы сможете только у нас. И атмосфера будет замечательная. Я очень вас жду. Ну и, конечно, друзья, встретимся там непременно. Все модники и модницы Самары не только. А я думаю, как раз-таки смогут найти что-то себе по душе и быть красивыми, довольными, яркими, модными, стильными. И самое главное, неповторимыми, наверное, это действительно важно. Спасибо вам, ребята, удачи. Несколько дней таких усиленных, ударных. Ну а впереди, друзья, расскажу вам тоже об одном интересном мероприятии, которое также состоится уже в эти выходные, 20 декабря. Загадка рождественской елочки или чем наряжали елку в старые-старые времена, давние-давние. Давайте мы узнаем об этом совсем скоро уже. Ну а пока, наверное, хочется вам рассказать об одном интересном мероприятии, которое проходит уже в нашем городе не первый год. Это «Елка желаний». Как можно поучаствовать? Внимание, наш сюжет. Волшебство, да и только. Таня Столяренко весь год мечтала о длинноволосой кукле. Написала письмо Деду Морозу, и чудо свершилось. Заветная игрушка в руках у девочки. Мне понравилась кукла из-за того, что она красивая, и она как-то... Мне давно охота,
было. Я хотела сказать всем спасибо. Буду спать и кормить. Стать для ребенка, который оказался в трудной жизненной ситуации, Дедушкой Морозом или Снегурочкой, несложно. Елки с записками от детей установлены по всему городу. Ребята хотят получить в подарок на Новый год снегоходы, музыкальные инструменты, конечно же, телефоны и планшеты. А мечты некоторых, признаются организаторы, трогают до слез. Особо тронули меня настоящие детские пожелания. Вот девочка пишет: я хожу в детский садик, мне всего 3,5 года. Я очень хочу много-много воздушных разноцветных шаров. Настоящее детское такое пожелание. И вот мальчик, 9 лет, он пишет: я хочу снежколеп на Новый год. Это очень простой, но очень нужный ребенку подарок. Елка желаний работает по будням. Дети могут оставлять свои открытки, чтобы взрослые исполнили их заветные мечты. Это просто люди, живущие у нас в городе, которые хотят оказать помощь. И даже очень многие не говорят о том. Приходят и, так будем говорить, тайно дарят вот эти вот подарки. Ну что, продолжается наш эфир. Телефон прямого эфира 202-11-22. Наверняка уже многие нарядили елку, а если нет, то это только предстоит. И как здорово, когда этот волшебный момент доставания из каких-то ящиков, антресолей, коробок с украшениями. Эта игрушка была подарена тем-то, эта игрушка досталась от мамы, бабушки или просто действительно старинная игрушка, переходящая от поколения к поколению. Здорово вот так вот вспомнить, когда все были еще молодые, когда вы были еще маленькие, и все это действительно как-то погружается. Погружает в детство, в настоящую волшебную сказку. Так вот, поверьте, есть у нас в Самаре знатоки и ценители новогодних игрушек, которые научат и расскажут вашим детям какую-то интересную историю, ну и, собственно, проведут удивительный мастер-класс. Происходит это все уже несколько воскресений подряд в литературном музее в нашем Самарском на улице Фрунзе. Ну и вот с нами здесь старший научный сотрудник музея Татьяна Марцун. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Принесла, Татьяна, да, какие-то тут артефакты, по-другому их не назовешь. Кому вообще пришла идея в голову организовать такой вот мастер-класс под названием «Загадка рождественской елочки» или как там дальше? «Как наряжали елочку в старину». Как наряжали елочку в старину? Откуда, кому пришла в голову эта мысль? Ну, это мастер-класс уже проходит несколько лет, вернее, идея достаточно такая не новая, скажем так, и на протяжении нескольких лет наши сотрудники вот такие мастер-классы организуют и приглашают не только, кстати, детей, но и взрослых на такие интересные, очень познавательные мастер-классы, где детки узнают вообще традицию украшения дореволюционной новогодней рождественской елочки, читают какие-то литературные произведения, вернее, отрывки из литературных произведений, и потом сами делают какую-то игрушку в старых традициях, чтобы наглядно все это увидеть дома, может быть, что-то повторить с родителями самим и украсить свою рождественскую елочку. Я так понимаю, взрослые тоже хорошо включаются, да, в процесс? Да, вот у нас был мастер-класс вот в эти выходные. Вместе с детками родители с удовольствием делали Щелкунчика и балерину по мотивам сказки Щелкунчика. А у меня наверняка такие вопросы возникают. Ой, у нас вот такая игрушка висела. Ой, у нас такая была. Такие вопросы наверняка есть, да, в воздухе. Да, да, и когда показываешь детям вот старинные игрушки, и тут, да, вот такая игрушка вот лежит у меня, родители. А вот эту игрушку нам подарили там в советское время когда-то. Вот эту игрушку мы даже вешаем. То есть вот, воспоминания нахлынывают сразу. Татьяна, вы какую-нибудь свою игрушку вспоминаете в детстве? Да, вспоминаю. Стеклянный обычный домик желтенького такого цвета. С такой вот имитацией снега из таких битого стекла. Игрушка такая очень нежная, трогательная, и вот до сих пор мы ее вешаем. Ой, я сейчас тоже расскажу про свою игрушку. Друзья, если у вас что-то есть такое, тоже можете нам позвонить и рассказать. Это была зеленая игрушка, я не помню, то ли в форме шишки, то ли в форме какого-то непонятного чего, я сейчас уже не вспомню, но она была фосфорной краской разрисована, и эта краска, естественно, в темноте светилась. Сначала я не понимала, что происходит, когда свет выключался, что-то там за сияние свечения внутри елки. Потом, когда я уже это в детстве обнаружила, я поняла, что это волшебная игрушка, что и после Нового года я ее старательно там где-то прятала, и под одеялом в ночи мне казалось, что это просто какое-то чудо-волшебство. Со временем, конечно, там эта краска фосфорная. От того, что я постоянно ее как-то так вот трогаю, как-то куда-то прячу, немножко пооблетела,
сгорела, но до сих пор лежит маленький кусочек, какой-то фрагментик на этой игрушке остался. Ну, естественно, ватой какой-то набитый Дед Мороз со Снегурочкой, которых мы, я потом и красила, потому что они немножко облупились. Какие экспонаты там у вас еще можно найти интересные? Откуда вообще они, эти игрушки? Это игрушки из фондов нашего музея, как вы сказали ранее, доставалось у них из коробок в поисках. У нас есть и Дед Морозы, ватные, старые, но, к сожалению, они вот не совсем... Я не смогла их принести, да, потому что они сейчас достаточно большие. Но вот такие маленькие игрушки вот я принесла показать нашим телезрителям. У меня вопрос. Вот, когда, например, вот это все мастер-класс проходит, вы делаете какую-то экскурсию? Или это, ну, в какое время это происходит? Как долго это длится? Ну, чтобы, например, взрослые планировали что-то. Ну, это образовательная программа. Примерно это час, ну, в зависимости от увлеченности детей, иногда час, там, может быть, 10, час 15, ну, это уже вот как дело как пойдет. Да, как пойдет. Обязательно образовательный элемент. Вот в это воскресенье как раз будет программа, посвященная «Детству Никиты». Замечательное произведение Алексея Николаевича Толстого, где вот есть в самой повести описание встречи, подготовки к Рождеству. И вот у нас на базе вот этого вот отрывка вот будет, собственно, мастер-класс. То есть деткам расскажут про это произведение, я думаю, почитают его. Вообще расскажут, какие бывали новогодние игрушки, из чего они делались, как они выглядели. И потом ребята смогут сами из доступных материалов изготовить какую-нибудь интересную игрушку. Принимаете ли вы какие-то игрушки, вот если вот люди боятся потерять и сохранить ее себе? Конечно, безусловно. Как это происходит, что нужно сделать? Нужно просто предварительно позвонить нам в наш музей, в отдел фондов, договориться о встрече с сотрудником, принести игрушку. И там уже прийти самим с этой игрушкой, и потом там, я думаю, как бы будем очень рады, если нам принесут новогодние игрушки. Наряжена ли у вас там елка? В процессе наряжания. А такими же старыми игрушками наряжаются или современными? Ну, и старыми, и современными. У нас во дворе будет очень красивая елка, там будут современные игрушки. А вот в доме, в самом, в квартире Толстого будет, я думаю, елочка стоит уже с такими старинными игрушками. Ну, жалко на улицу, конечно. Жалко, конечно, тем более они старинные, ну, и погодные условия могут их как-то... А я помню, вот как бабушка с дедушкой красили обычные лампочки и вешали гирлянду из цветных лампочек. Наверняка кто-то из вас тоже это помнит. Друзья, ждем ваш звонок, рассказ о самой, может быть, необычной, самой-самой вашей любимой елочной игрушке. Расскажите, и что-нибудь мы вам за это даже подарим. Почему нет? Сегодня я практически как Дед Мороз, ну или как Снегурочка, кому как интереснее и удобнее. Хочу обратить внимание все-таки на наш стол. Здесь у нас тоже собраны, ну, я не знаю, чьи, но тем не менее артефакты, как я сказала. Расскажите, пожалуйста, откуда и что, может быть, с каких-то лет они что-то символизируют, может быть, вы про них что-то знаете. Ну, здесь представлены игрушки больше советского образца. К сожалению, дореволюционного я не смогла принести. Ну, здесь разных фактур, да, материалов. Здесь и бумага, такой плотный картон с различными героями сказок, да. Вот здесь можно даже угадывать какие-то герои из каких сказок. Очень вкусные. Они причем еще, да, двусторонние. Да, двусторонние, да, с любой стороны. Мурзилка, как, вот, да. Пожалуйста, для тех, кто, может быть, забыл, как Мурзилка выглядит. Посмотрите, это Мурзилка. А это тут Чиполлино, всякие другие персонажи. Мне кажется, тут и старик Хоттабыч. Буратино наш любимый здесь тоже представлен. Ну, как же без него? Так, ну а такие это перчики, по-моему, да? Да, такие вкусные украшения, перчики. Мне кажется, были у каждого человека на елке. По крайней мере, у меня тоже были перчики, были томаты, ну, в смысле, помидоры. Что еще там из этих яблоки. Коллекций? Яблоки были, да. Так... У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина, очень приятно. Вы уже елку нарядили или еще пока не наряжаете? Нет, я пока не наряжаю. А когда у вас обычно елка появляется дома? За пару дней до Нового года. То есть прям вот 30-го, 29-го? Даже, наверное, в последнее время 31-го прибиваем елочку к стенке. У нас очень много котов и собак. Ага, то есть... И у нас елка не стоит на полу, и свободное место только на стене. Понятно. Я видела буквально тут недавно картинку в интернете, выглядывающий такой из-за двери кот. Можно я зайду? Я больше не буду ронять елку. Наверное, вот вы из-за этого как-то решили такое прибивание. Да,
выйти из положения. Ну, есть ли у вас какой-то такой, может быть, предмет, игрушка, которая вам дорога, и вы вспоминаете, смотря на нее, о чем-то, о своем? Да, есть большая стеклянная елочная игрушка «Кедровый орех». О, как! Она насколько прям большая-большая? Стеклянная? Она больше ладони, да. Ух ты! Откуда она у вас? Давно ли она у вас? Она у нас давно. Она от бабушки и дедушки нам досталась в наследство. Она у нас висела каждый Новый год на большой елке. Все детство мы наряжали елку. И всегда вот это была самая почетная игрушка. И она крепилась очень хорошо, потому что она была очень тяжелая, все время норовила упасть. Ну, понятно, еще бы, если она больше ладони. Она никогда не разбивалась. Ох, конечно, да. Она не идет ни в какое сравнение с современными пластиковыми, которые сейчас заполонили все магазины, и которыми, ну, удобно, конечно, наряжать елку, упадет, не разобьется, но эффект уже не тот. Волшебства какого-то, видимо, не хватает. А что-нибудь, может быть, еще у вас было? Вешали ли вы дождик, я не знаю, или что-то еще такое? Да, конечно, и дождик, и звезда сверху. Звезда! Всегда была. Это да. В которой горела лампочка у нас, вот у меня, по крайней мере, да, в детстве. Да, это обязательно. И если лампочка не горит, папа тут же лез, открывал, и там что-то менял, лампочка горела, потому что не горящая звезда, я не принимала такую елку на сдачу, как говорится. Спасибо вам большое за историю, друзья, но если вдруг у вас что-то тоже интересное найдется, какую-то рассказать нам, может быть, игрушку, вспомнить детскую, звоните. Главный принцип наряжания, по крайней мере, у меня, это сначала обмотать гирлянды, и уже только потом вешать игрушки. Наверное, у всех так было. У меня были шишки. Еще у вас там шишек нет никаких случайных? Хочется прям прийти посмотреть. Все разбились. Целая коллекция шишек разноцветных. Шишек, к сожалению, нет, но есть в виде таких вот капелек, сосулек. Сосульки! Это, да, это любимая игрушка, конечно, да, сосульки. Конечно, к сожалению, тоже не все дожили, но тем не менее, если у кого дожили, друзья, храните, берегите, и мне кажется, это удивительное, конечно, такое вот воспоминание о детстве. Тут грибы еще какие-то лежат, бабочки. Бабочки прям очень древние какие-то, прям очень-очень. Да, бабочка очень хрупкая, бархатная. Бархатная, да, бабочка? Ну вот остатки, да, так сказать. Да, вот она уже, к сожалению, немножко потрепанная, но очень нежная, мне кажется, очень можно такая красивая. А модно сейчас опять бабочками, ленточками наряжать. Знали толк наши бабушки и дедушки украшения? Ну тут прям, да, инвентаризация из фондов музея. Да, обязательно. Все, что нужно, и усики, и все сохранилось. Пусть не в той свежести, в какой это было. Мне кажется, ну ей лишь лет 60, наверное. Да, да, не меньше. Мне кажется, не меньше. Рыбы есть у нас здесь. Да, ну это целая серия вот таких вот очень замечательных игрушек, да, вот в такой же технике изготовления, вот такой замечательный. Это картон, прессованный картон, если вот на ощупь. Видно вам рыбу, дорогие друзья, вот она, рыба мечты практически. А очень, кстати, мне кажется, интересно, нарядите елку для своего любимого рыбака в таком стиле, да. А вот когда приходят к вам детки, да, на это занятие, на этот мастер-класс, что-то даете трогать, смотреть, фотографировать? Фотографируют, безусловно. Ну вот, к сожалению, экспонаты руками нельзя. То есть у нас удивительная, да, уникальная возможность сейчас. Эксклюзив. Друзья, но если у вас есть какая-то, может быть, своя действительно любимая игрушка, расскажите нам о ней. Есть еще несколько минут до конца эфира. Выслушаем ваш рассказ. Может быть, что-то вспомните, какая-то история с ней связана. В любом случае, принимаются ваши звонки по номеру 202-11-22. К Новому году ваш музей что-то, может быть, еще готовит, о чем мы не знаем, и хочется, пользуясь случаем, рассказать? Ну, у нас будут в новогодние праздники, вот уже после Нового года. Многих родителей это вопрос интересует. Различные мастер-классы про Рождество, посвящены именно празднованию Рождества. Мы потом будем, да, анонсы в интернете давать. И также вот новогодние елки у нас проходят. То есть у вас елки проходят? Да, елки проходят. Мы тоже давали всю информацию в соцсетях. Если кто еще очень хочет попасть, нужно так, будет позвонить. Так, а чем же, да, таким удивительным отличается елка в литературном музее? Что там такое? Там будет у нас представление с Дедом Морозом. Ну, естественно, так как литературный музей, то это по сказкам, да, по литературным произведениям. Будет теневой театр небольшой. Ух ты! Будут различные игры, да, и встречи с Дедом Морозом. Это обязательно. Есть у нас звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло,
Алло, здравствуйте, меня зовут Татьяна. Татьяна, очень приятно. Татьяна, ну расскажите, может быть, про вашу какую-то игрушку интересную? Ну, пользуясь случаем, хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо, очень приятно. Да, конечно, у меня есть тоже воспоминания о новогодних игрушках из детства. Может быть, все помнят, в школах мы делали из бумаги разные такие разноцветные фонарики. Наверняка такие остались. Вот такие игрушки у нас остались дома. А еще у нас были стеклянные такие, тоже самое главное место у нас занимает на елке, это стеклянные бусы. Ой, стеклянные бусы, конечно. Бусы повесили, встали в хоровод. Да, да, конечно. Не просто так. А звезда была у вас? А? Звезда была? Ну, конечно, звезда у всех. А у меня еще были фонарики-колокольчики. Фонарики-колокольчики были. Эх, как здорово было. А детям вы сейчас что-то свое вешаете, какие-то другие? Да, я хотела сказать, что, может быть, у многих же детки есть тоже свои такие традиции. И вот мы каждый год покупаем фонарики, разные ручные работы, игрушки. И есть традиция писать пожелания в записочках и туда аккуратненько вкладывать. Кто что желает. Шары большие, достаточно положить в записочки. Если вдруг он разобьется, очень интересно посмотреть. Когда-то в каком-то году были написаны вот такие пожелания. Ого, вот это да. Спасибо за идею, очень интересно. Здорово, здорово. Ну вот бусы, это, конечно, атрибут, безусловно, тех замечательных старых времен, когда мамы наши с папами были молодые, когда бабушки, дедушки помогали наряжать, когда около елки собиралась вся семья. Давайте, наверное, Татьяна, приглашайте, где, когда, во сколько и куда нужно прийти, чтобы посетить ваш замечательный праздник для детей, мастер-класс. Камера напротив вас. Ждем вас воскресенье в 12 часов на наш мастер-класс. Будем рады всех видеть. Ну, а я, так сказать, сообщу явки, пароли. 20 декабря, воскресенье, 12:00. Загадка рождественской елочки или как наряжали елку в старину. Самарский литературный музей вас приглашает. Улица Фрунзе, дом 155. Приходите, большие, маленькие, взрослые, бабушки, дедушки. Может быть, даже есть что-то у вас интересное. Приносите, музей всегда рад. Ну, а я, в свою очередь, хочу сказать, что такой вот интересный конкурс мы тоже собираемся уже со следующей недели у нас в группе программы «Универсальный формат» открыть. Это как раз будет конкурс «Расскажи про свою любимую новогоднюю игрушку». Сегодня мы поняли, что есть у нас такая, так сказать, интересная возможность, и вы вроде как не против об этом рассказать. Сфотографируйте, у нас будет специальный альбом, ну а потом, конечно, будем выбирать самую интересную историю и вручать призы. Мне кажется, это будет интересно и весело. Татьяна, спасибо большое вам. Пожалуйста. Тоже успехов в ваших мероприятиях. Спасибо. С наступающим Новым годом. Уже, мне кажется, можно поздравлять. Всего доброго. До свидания.